Обед с роднёй обернулся тремя жертвами в Австралии. Эрин Паттерсон пригласила родителей бывшего мужа и сестру свекрови с супругом в гости. Менее чем через неделю трое родственников скончались с признаками отравления ядовитыми грибами. Четвертый гость находится в больнице в критическом состоянии. Как сообщается, ему нужна пересадка печени. Сама Эрин опустошена и не может поверить в случившееся. Я чувствую себя ужасно. Они были одними из лучших людей, которых я когда-либо встречала. Никогда не делали ничего плохого. Я их люблю, и мне так жаль.